Всем привет, с вами Майор Крафт. Всем поиграем в Майнкрафт, где будем проходить хоррор-карту. И всем привет, с вами Майор Крафт, с вами будем проходить хоррор-карту в Майнкрафте. Информация. Опа! Как я обещал, видео каждый день. Хотя после прошлого видео прошла уже как бы почти неделя. Ну, для вас это, конечно, там, наверное, день прошел. Или меньше, но для меня это уже неделя прошла. Нифига себе текстурки инвентаря. Значит, тут прикольные текстурки поставили на эту карту. Надо будет порыться в этой карте и найти их себе. Может, потом с ними играть буду. Ладно, так, информация. Карта построена на мотиве игры Slender The Arrival. Главная героиня Лорин приезжает к своей подруге, но не понимает, что она в опасности. Всеми силами пытается спасти ее. На карте присутствуют все 8 глав, как и в оригинальной игре. Как хорошо, что я в оригинальную игру не играл, даже видео не смотрел. Кстати, если хотите, я, может, и пройду оригинальную игру про Слендермена. Так что она будет длинной и весьма интересной. Ну, надеюсь. Конечно, надеюсь, не на слишком длинной. А то у меня только видео на 20 минут могу сделать. Хотя, думаю, обрезать придется. Ну, ладно. А что тут у нас? Какая-то странная комната. The Inpeggy. Чего нафиг? Чё на английском? Русская карта. Какого фига на английском? Чё-то странно. Думал, это кнопки. Нет, просто цветной текст. Ладно, давайте правила. Эй, аккуратнее, что-то лаги. Дальность прорисовки 6. Так, дальность прорисовки, графика. У меня опять 5, чтоб не лагало, потому что от этих шейдеров лагает довольно. Звуки в игре 100%. Настройки, музыка. Ну, звуки обычно я меньше делаю. Музыку, надеюсь, не надо прибавлять. Куда исчезаешь? Не пытаться нарушить работу механизмов? Конечно, конечно. Яркость выставить на минимум? Какой минимум? Я слепну. На 40 графики. Я всегда на ярко играю. В жизни не играл ниже. Даже на 59 не играл. Всегда на ярко. Эх, ну вообще нормально выглядит. Но тут освещение просто есть. Без освещения представляю, какая жопа будет. Не включать геймод 1. Не пытаться вылезти за карту. Оставить отзыв и комментарий на сайте. Наслаждаться. Ну, отзыв я, наверное, оставлю. Оставлю вообще свое видео даже, наверное. Ну что, осталось только начать игру. Ну что, готовы? Let's go. Лаги. Unboom Plant представляет. Чё так громко? Я оглох там, наверное, уже. Надеюсь, вы там не оглохли. Да, на карте, конечно, скримеры, ребят. Так что слабонервным не смотреть. Хотя это Майнкрафт все-таки. Не думаю, что будет страшно. Вот когда будет проходить настоящего Слендермена, вот тогда будет страшно. Нифига себе, музыка играет. Да чё так громко? Вы издеваетесь. Придется в видео все понижать. Офигели такой громкости. Что там написали? Лорин, уф, проклятое бревно, я не могу проехать дальше. Стоп, а где твоя машина? И как тебе проехать, если у тебя нет машины? Пешком топала, а теперь говорит, что не можешь проехать. Тем не менее, я должна добраться до дома Кейт. Не просто так же она мне внезапно позвонила. Задача, добраться до дома Кейт. Ну окей. Ох, какая музыка напряженная. Прикольненько. Карта сделана, похоже, на совесть. Это не реклама карты, я просто говорю. Вообще, я не так уж часто карты прохожу. Куда темнело? Я вообще теперь глаз выколи. Хотя нет, еще примерно видно. Надеюсь, вам YouTube там не испортит все. Да вы издеваетесь! Мне бы яркость повыше поставить, я-то, может, и вижу, а вот вы там сомневаетесь, что видите что-то. Зная YouTube, он, скорее всего, яркость еще ниже сделает. Чё-то написано sold. Так. Как бы проверить, есть ли яркость. Это что такое? Виселица? А, это просто арка. Так, а где наш Слендермен? Тук-тук! Я думал, не откроется. Так, музыку вернули живо. Я не взойду туда, пока музыка не появится.
Хотя нет, лучше зайду. Я запутался, где я? Да дайте яркость. Я уверен, вам ничего не видно, так что я поставлю себе яркость чуть повыше. Я все равно нифига не вижу. Мне кажется, что-то появилось на карте, потому что у меня резко подвисло. А, это дверь открылась. Я все равно нифига не вижу, кто делает темный кирпич. Так, мне что-то уже не нравится моя идея проходить эту карту. Просто я подумал, ну что там карты, особо нет сейчас карт. Вообще, я хотел обзор моды сделать, но что-то модов хороших вообще нет просто. Но есть, но это скорее мод, который давно выпустили, просто обновили. А я хочу именно тех модов, которые еще никто не обозревал. А таких очень мало сейчас. Особенно хороших. Вот глаз выколи, нифига не вижу. А здесь... Что тут такое? Я нифига не вижу, ну издевайтесь. Так, эта комната, короче, бесполезна. Я нифига в ней не вижу. О, вот это нормально. Вот тут я и буду всю игру сидеть. Вот. А, это ванная, ванная. Значит, в ту надо заходить, да? Ну и как мне в нее заходить? Я нифига не вижу. Здесь, может, труп лежит, а я его даже не увижу. Чё тут? Я похожу, похожу, понажимаю, и чё? А здесь не открывается, хотя вон там вот есть свет. А, здесь нужен рычаг. Ну и где мне рычаг достать? Так, пока карта не объясняет. Задача все еще та же, да. Добраться до дома Кейт. Стоп, это не дом Кейт, хотите сказать? Как-то я еще задачу-то не выполнил. Значит, это не дом Кейт. Если это не дом Кейт, то это чей дом это? Да, ребят, я на секунду графику повыше сделаю. Я нифига не вижу. Так, тут создание. Создание. Верстак. Короче, эта комната бесполезна, зря только на нее время тратил. Что-то не страшная карта какая-то. Просто темная. Так это сундук был, вы издеваетесь, я даже не понял, что это сундук. А листочки не могу взять? Нет, не могу. Надо больше все-таки обследовать здесь. Блин, гараж не открывается. Что-то на улице мне страшно выходить. Не, не закрыто, показалось. А, гараж с этой стороны открыт. Что-то мне не нравится. -то. Что это? Светящаяся пыль? Может, ты будешь освещать мне дорогу? А? 505 тысяч заряд, майор Крафта 5 тысяч? Это какого фига у меня 5 тысяч заряд? Что это значит? А это еще что такое? Где-то Слендермен. Мне даже страшно от того, что его нет. Камера здесь есть. Тут следит за мной. Так, 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 так. А это что за штука такая? Стена какая-то. Чего? Пройдите плотным запискам, чтобы забрать их. Я нифига не понял, ну ладушки. Так, я понял, что сейчас Слендермен где-то будет здесь, да? Я хоть и не смотрел видео по Слендермену и не играл в него, но я знаю, что здесь надо искать записки. Так, вот тут домик. Какой-то домик. Прыгать я не могу, это печально. А бегать я могу? Бегать я тоже не могу. Надо искать записки. Опа, и первая записка. Ну, собирайся. Это не записка, что ли? Бумага. Осталось найти 7 записок, у меня зависла игра. Слендермен появился, похоже. Точнее, Слендермен появился. Чувствую. Чувствую, уже страшно. Это что там такое? Я что-то вижу. Это них там, что ли? Опа, еще записка. Что-то мне уже не нравится эта игра. Так, давайте-ка побыстрее. Мне что-то не нравится этот напряженный звук. Он где-то... Если я правильно помню, на него смотреть вроде бы нельзя. Или можно? Вот и он. Вот и наш Слендермен. Кажется, он не понял, что я на него смотрел.
И слава богу, это что за золотая плита? А, это появился здесь, наверное, да? Лучше я пойду в другую сторону. Спокойно и тихо. Где тут? А вот и еще одна записка. Опа-опа, он где-то рядом. Вот и третья записка. Пока я справляюсь. Но здесь как-то он сказал 8 глав, так что я чувствую, это еще далеко и не справился. Он где-то рядом. Он где-то рядом. Опа, а здесь вот нормально видно все. А, это его ник, скорее всего, да? Вот здесь должна быть записка. Я не поверю, что вот здесь нет записки. Всегда в таких местах. Вот и нашел записку. Опа, четвертая записка. И какой-то домик. Пока что-то не особо страшно. Вначале вот было страшнее, когда музыка появилась. А вот сейчас вот стало страшно. То, что я чую, он у меня за спиной стоит. Опа. Еще он. Светящаяся пыль, крутяк. Вот только я опять нифига не вижу. Я заткнулся в стене. И он меня сейчас прибьет здесь за это. Он где-то... Ух ты ж! Пожалуй, я пойду в другую сторону. Хотя там должна быть вроде записка. Опа, отстал от меня. Хорошо, хорошо. О, блин, я здесь вначале сам был. Опа, еще одна записка. Они исчезают, если я их брал? А то... Да, они не исчезают. Это очень глупо. Значит, я буду находить одни и те же записки несколько раз. Ребят, не забываем про лайки. А то Слендермен к вам придет. Я надеюсь, нормально слышно? А то для... Решил говорить чуть потише. А то как-то... Я со своим голосом этим... Которым нифига не страшного. Ой-ой-ой-ой. А можно его ударить? Мне охота так его ударить. Но я уже 5 записок собрал. Мне лень их будет заново собирать. Опа, записка. Вот эту я точно не брал. Давай. Опа, 6-я. Ай-яй-яй. Давай не надо. Давай не надо. Что-то он все больше назойливый становится какой-то. Чего? Эх, а вот это вот страшно было. А вот это вот страшно было. Ой, ты куда здесь? Я думал, он здесь что-то охраняет. А, и он сверху появляется даже. Так что от того, чтобы я мог прыгать... Ты иди ты нафиг, тварь! Твали, тварь лысая. Где тут пройти? Вот теперь вот страшно, когда он так вот тпшкается громко. Где-то я почти собрал все... Да где ты? Ух ты, нет, давай иди нафиг. В этом Майнкрафте это не особо страшно. Представляю, как настоящий Слендермен проходить. Да говорю, я следующее видео, наверное, запишу, как прохожу настоящий. Конечно, если на этом видео наберется много лайков. А то вдруг вам не нравится, как я прохожу хоррор-карты. Ну, конечно, страшно, но пока не до такой степени, чтобы обосраться. Ах ты, сука! Ну да, мата ты меня, конечно, довел. Ну, до кирпичей пока нет. Стоит там. Это что за снежная штука такая? Пожалуйста, будь записка. Я здесь... Да иди ты нафиг, я видел там записку, я ее возьму. Help me. Так, мне осталась одна записка, и чувствую меня пипец. Да? Чувствую, он на меня теперь зол. Осталась одна записка. Пожалуйста. Найди записочка. Пожалуйста. Одна записка осталась. И где же ее найти? Хватит так уже громко. Это вначале вот страшно было, как ты так громко ты пошкался. Уже не страшно, прекрати. Просто начинает раздражать. Полчаса эту записку, наверное, искать. Ты где-нибудь на дерево ее поставил? Интересно, автор карты сделал как в реальности? Ну, ты имеешь в реальной игре? Или
сам поставил эти записки. Он говорил, вроде все как в реальной игре. Кстати, какая у меня яркость стоит? А то я вдруг все-таки повысил, так, 26. Давайте, хотя я глаз выкулю. Ладно, давайте оставим все-таки 26, потому что вам-то ничего не будет видно. Я тут еле вижу, а вы там что будете видеть? У меня такой вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так где же эта восьмая записка? Я уже все обследую, я уже кругами хожу, я одни и те же места 8 раз проверяю. Все записки собраны. Теперь текай с городу. Или все, отстал он от меня. Я не смотрю на тебя, честно, Вась. Я не смотрю. Я говорю, если ты меня сейчас убьешь с 8 записками, я тебе в геймоде 1 убью. Глава 3. А, так это глава 3. Е-е-е, ребят, мы прошли главу 2. Глубинные тьмы. Глубины тьмы. Опа, наконец-то светло, наконец-то. Я могу прыгать? Да, и прыгать могу. Ура, ура. Вот сюда сдались, все равно нельзя. Вот издевательство, автор карты. Прыгать дал возможность, а запрыгнуть нельзя, тварина. Добраться до шахты. Наконец-то я все вижу и собрал все 8 записок. Яблочко. Эх ты. А что яблоко нельзя взять? Может, мой персонаж жрать хочет. Я забыл, что надо говорить тихо. Хотя уже все светло, так что можно и говорить нормально. Здесь меня там нормально слышно, а то я не могу проверить во время записи. А перезаписывать как-то стрёмно. И так без того реакция какая-то у меня странная. А так вообще будет скучная. Так, это не шахта. Ну, тук-тук! Открывай. У тебя сейчас вся пыль. Это, наверное, ачивка, как собирать ее, да? Ачивка. Выполни эту ачивку, пожалуй. О, нет, можно здесь прыгать, а то везде нельзя, прыгать нельзя, это меня бесило. А на сундук можно запрыгнуть? Опа. И сюда. Да, наверх. Ох, наконец-то. А вот и шахта. Нашли. Надеюсь, я не вышел за границу карты, а то сейчас у меня там... Слендер придет и отпинает меня. Стоп, автор. А, да, это не граница карты. Слава богу, я уже думал, за границу вышел. Я-то хитрожопый. Так, а можно мне тут посидеть? Что-то мне в шахту неохота. Зачем мне вообще в шахту идти? Хотя, это же Майнкрафт. Хватит Майнкрафт, что-то я передумал эти карты. Сами свою руду копайте, я уже накопался. Идите в жопу со своими такими звуками. Там сонату призываете? Вы что там сонату призываете? Вась, ты идите в жопу, там хоть глаз выкали. Я нифига не вижу. С такими еще звуками. Так, куда я провалился? Не, мне показалось. Я, пожалуй, лучше пойду. Звуки исчезли, ну и хорошо. Так, вот нельзя сохраниться. Ну, наверное, меня тут вернуть-то не будут так далеко возвращать даже. Куда здесь пройти? Мне сказано в шахту идти, а я нифига здесь не вижу. Так, здесь вот выход, да? Нифига себе, я здесь был. Оп, сундук. Я бы его пропустил, если бы не яркость. Да, вот, все правильно, я пошел. Вот где здесь? Даже на яркость максимум здесь нифига не видно. Каким образом я должен найти? Интересно, а в игре настоящей там также темно? Хотя, насколько это должно быть, там очень темно. Один факел вижу, больше нифига не видно. Кстати, серию-то пора, наверное, заканчивать. О, тут рычаг. Был бы я в реальной жизни, я бы его не стал дергать. Осталось 5 генераторов. Да пошли вы в жопу, это что, Daylight, как там называется-то? Кстати, тоже можно будет поиграть там, наверное, если меня потянет, конечно. Так, теперь, наверное, он будет более жестокий, чем раньше, да? Но пока я его не вижу. Или здесь теперь другой кто-то? Хотя нет, карта Слендермен, значит, должен быть Слендермен. Так, генератор, генератор, генератор. Генератор хотя бы полегче найти, чем записку.
Вот я здесь не увижу даже генератор. Здорово. Опа, вот и генератор. Слышь, ты, хватит лагать. Эх, у меня аж зависает игра от таких. Стоп. А это еще кто у нас такой здоровый? Иди нафиг! Иди нафиг, я убегать могу! Могу! Ох, хотя впервые я обосрался. Вот это я обосрался, признаюсь. Иди в жопу, тварь какая-то! Ты еще кто такой нафиг? Я думал, в Слендермене только Слендермен есть. Да, будь. А в Слендермене такой уж чувак был. А, у меня. А, слава богу, не теряется мой результат. Я думал, все заново надо. Вот сейчас реально обосрался. Вот хорошо, что я решил пойти. А вот он стоит там. Так, теперь еще и звуки появились. Так вы идите нафиг, выбирать либо звуки, либо монстр. Не надо мне тут все сразу. Идите в жопу. Как я понял, на него смотреть не надо. Кино-слендермена. А то что-то он отпинает тебя быстро. Кстати, у меня в инвентаре ничего нет. 20 минут замедления. Если за 20 минут не пройду, значит все будет плохо, да? Три генератора. И что-то теперь я вообще ни хрена не вижу. Вот нифига не вижу. Вот этот уровень, эту главу пройдем и, наверное, закончим пока. Да что-то я думал, карта будет довольно мелкая. А нет, она большая очень. Как вот такие карты создают вообще? Давай, лишь бы в темноте здесь никакую кнопку не поставили, а то я в жизни не найду ее. Так. Ч-ч-ч. Никого нет. Эй, ты! А, я понял, она откроется, когда я все генераторы, да? Я запомнил тебе, я... А, и тебе я тоже бы запомнил, так что давай до свидания. Тендермена говорил здрасте, а тебе буду говорить до свидания. А здесь я уже отключил. Он, похоже, на месте одном стоит. Ему плевать на меня. Как я понял. Так, опять музыка вернулась. Либо он меня начинает догонять, либо Слендермен где-то уже рядом. Здесь уже я включил. Так, я уже здесь был. Что такое? Опа, там, по-моему, что-то вижу. Что-то в прошлый раз я сюда не пошел. Опа, здесь какая-то фигня. А че-то голова. Вот что за фигня. Че-то голова. Я не слышать. Опа, вижу генератор. Что он его хотя бы подсвечивает. А то эту фигню я бы в жизни не нашел. Так, какого фига ты заблокирован? Я уже думал, меня наебали. О, это самое начало. Может, мне в другую сторону можно пойти? Где-то в другой стороне, может, еще можно найти генератор. Да чё ж все с одной стороны будет? Это как-то тупо было бы. Может, здесь проход какой-то тайный есть? Нет прохода. Опа, здесь я не был. Туалеты. Мне после такого испуга бы в туалет сходить, конечно. Но что-то не дают. Еще одни туалеты. Хотя бы одна дверь откроется. Не открывается. Опа, лестница. А здесь что у нас такое? Так, музыка мне уже не нравится. Но здесь что-то должно быть, да? Так, давай на секунду, ребята, я графику лучшую сделаю. Чтобы понять, эта комната вообще полезна или просто так она сделана. Я все равно здесь нифига не вижу, ну и ладно. Настройки и возвращаю, чтобы соблюдать автора. 35 из-за того, что чтобы вы видели. То, что до вас эта темнота адская будет просто. Опа. Вот хитрожопый автор. Хитрожопый. Давай. Оп. Если вообще что-то есть, я нифига не вижу. О, да, здесь точно должен быть генератор. Согласно сюжету, здесь должен быть генератор. Да? Да, должен быть. Но где-то его спрятали. Неужели Слендермен вернулся? Или этот здоровяк решил все-таки ко мне прийти? А то в одном месте сидит упырь. Опа, на что это мы тут нашли? Что это за проходы здесь? Блин, надеюсь, я не ухожу от генератора.
то будет, конечно, очень круто, если от генератора я буду уходить. Давай посмотрим сначала здесь, потом сходим, может, обратно. Может, там еще проход есть. Надо было сначала там проверить, потом сюда идти. Нифига себе, здесь, конечно, сделали. Единственное, вот это прикольно тоже. Но в лесу было чуть пострашнее, потому что этот слендермен меня преследовал. А вот... Ой, здравствуйте! Я только вас вспомнил. И вы сразу же пришли ко мне. Больше я, наверное, вас вспоминать не буду. Так, глаза. Ой-ой-ой, а мне пройти надо. Ну чё ж вы загораживаете мне путь? Ну не будьте букой. Слышь, ты подвинулся, блин, мне не... жаль мой результат. Придется уходить. Ну, блин, ну, я уверен, там последний генератор остался. Ах ты, тварь! Ты ж тварь. И смотреть-то на него нельзя. Мне уж видео заканчивать надо так-то, чувак. Вася, ну хватит за мной так идти. Ну мне надо в ту сторону идти, а ты мне путь преграждаешь. Ну что это за такое? Так-так, тихо-тихо. Он должен быть сзади, да? Да, он исчез. Надо быстро... Да ты ублюдок! Чтоб тебя черти драли. Прям не дает последнему генератору дойти. Он понимает, что его дружок совсем идиот. Из-за этого старается сам теперь меня убить. Опа, исчез, исчез. Я уже по музыке понимаю, когда он исчезает. Надо очень быстро проходить. И может спиной вообще проходить. Вот фиг он за спиной появится, да? Да, он вроде за спиной не появился, да. Опа, тактика спиной ходить. Если, конечно, на него нарвусь, это будет просто зашибись. В кубочках нет. Тварина, я знаю, ты где-то здесь. Я нифига не вижу, Вань. Я задом наперед иду, чтобы он меня не отпинал. Только посмеет пинать меня все генераторы. Чего нафиг есть? Я вернулся, что ли, где был? Где последний генератор? Генератор не здесь, что ли? Ваш генератор не здесь. Нет, здесь я активирую. Я зря сюда шел. Так что он охранял это место так? Если я зря сюда шел. Стоп, яркость повыше. Я уверен, что-то я пропустил здесь, да? Так, какая-то комната здесь есть? Нет, так какого фига он так охранял хорошо здесь это место? Прям не давал мне сюда пройти, пока я задом наперед не пошел. Тут ничего нету. Наебщик. Мне видео уже надо заканчивать, а я еще не закончил. Я эту карту в одной серии не пройду, но мне уже надо заканчивать. Я там уже наснимал, наверное, штук 40 минут. Мне потом еще полчаса вырезать это. Это будет все у меня идет на диск, потом уже и так места мало. Извините, что я яркость прибавил, я просто хочу быстренько найти эту комнату. Мне видео уже надо заканчивать, какого фига так долго искать еще? Так, генератор, генератор, ты где? Ты где? Пожалуйста, откликнись. Я знаю, ты где-то должен быть. Да? Вот я хочу сохраниться, но не могу. Беги к лифту. Беги! Вы издеваетесь? Беги к лифту! Хотите сказать, что теперь они жестко меня будут преследовать? А можно не надо? А можно не надо? Думаете, я помню, в какой стороне лифт был? Не оборачиваться, не оборачиваться. А, вот лифт. Это лифт, наверное, да? Да-да-да. Это должен быть лифт. Или что тут за платформа такая? Да-да, это лифт! Получи, говно! Я смог пройти эту главу, да! Так, а что так темно здесь? Флэшбэк? Флэшбэк? Ага.
Ну, на этом я, пожалуй, думаю, надо нам заканчивать эту серию, а то я уже снимаю минут 40, а я обычно 20 минут снимаю. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Мы тогда пройдем эту карту в следующей серии. Всем покедова!